О, много чего. Опа. Так, это что? Что для ногтей, наверное? Или нет? Да! Насадка на фрезер. Класс. Норм. Да, блин, что ты? Короче, будет так издалека. Камера что-то не хочет работать. Так, все. Дальше идем. Это здесь было. Что тут у нас еще? Понятно. Прям пакетик закрывается. А, это втирка. А что белая? Опять я заказывала розовую. Так. А может, она и розовая будет? Нет, белая. Что-то белая. Тю, странно. Должна была быть типа с розоватым. Ну, будем пробовать. У меня уже вторая. Не закрыла. Типа как тут. Так, идем дальше. Давайте-то. Пока сюда. Это с тем у меня все пришло. Так, тут что-то очень много. Тяжеленький прям. Это, наверное. Штучки тоже для ногтей. Я уже розовые такие заказывала, а тут решила ассортировать. Они классные, пластмассовые. Как бы думала, поярче будет, но тоже прикольно. Идем дальше. Так. Что тут еще? Тоже насадки на фрезер. Что-то они не могут. Выходили из себя. И треснули. Ё-моё. Походу, ими колыхало. Совсем махонькие. Бог, какая махонькая. Прикол. Неплохие вроде. С этой стороны. Что там еще у нас? Это для унитазов. Чистилка. Так, ну, решила взять на пробу. Типа, ты ложишь в унитаз, и она должна чистить его. Ух, пахнет моющим. Попробуем. Затестить, что это тут у нас. Инструкция. Типа таблетки. Прикольно. Так, а что еще? Все, больше ничего. Так, это для бельмака. Типа колечко. Так, сюда себе наливать. Прикольно. Чтоб не с бутылкой играться. Выглядит супер. Неудобная вот эта колется. Ну, ее ж можно под себя сделать. Блин. Так, что тут у нас еще?
Что-то еще было. И для часов новый. Песенок такой. Надеюсь, что я правильно миллиметров заказала. Будет обидно. Я, если честно, думала, что оно не тряпочное. Я думала, оно... другое. Ну, заименим ничего. Выглядит вроде неплохо. Так, будем менять. Найди 20 надо. Так, и короче, еще одна посылка. Что тут у нас? Слегка, думаю. Я еще одну липку заказала. Только черную. Да, юбка так быстро. Просто воняла очень сильно. Дальше ничего не положили. Ага. И положим еще вот такие всякие штуки. Как будто и пришло. Я заказала пару дней назад. Буквально 4. Так, это я маме заказала. Я, у меня такая уже была. Прикольная штука. Не буду открывать. Для кутикулы. Ну, кстати, ей пришла. У меня здесь пришла с как пошкрябанная. А у нее... классно. Так это для стрелок делать стрелки. Трудно делать. Не знаю, зачем она мне надо было. Ну, типа, чтобы не сыпалась на глаза линейка. По-моему, попробовать. Ты так берешь, ставишь, типа, стрелку рисуешь. Так, юбка моя. Надеюсь, она не воняет. Это шкаляба тряпки. Ну, разные. Как быстро пришло. Типа паришь, а потом так берешь шкаляб. Ну, она не острая. Не очень острая. Боже, шо это? Да. Бля, нужно было открыть вот так. Юбочка. Юбочка. Все на месте, на месте. Прикольная, прикольная. Выгладится, как голубая. Ну, какая-то чуть другая. Уже так не воняет. Ну, так качество мне казалось получше. Поменьше, побольше, размерши. Хотя, прикольно. Пошли, выгладится, сейчас постираем. Очень даже ничего. Вот такую херню понадоказывала я.